пионы. Весна у меня всегда связана с ароматом пионов. Вот особенно вот эти ранние пионы, они цветут первыми и очень красиво пахнут. Такой запах нежный и нежный, и цвет очень красивый. Ну и у этих пионов есть такая особенность. Вот один бутон, один цветок и никаких дополнительных цветов. Очень красивые они. Вот как-то в этом году зацвели с разных сторон. Обалденно красиво. Но у нас не все такие пионы. Есть поздние сорта, и там совсем другая ситуация. А вот поздние сорта, вот они имеют такую особенность. Вот они имеют главный такой цветонос и боковые. И вот эти боковые в знаке весы, сегодня как раз заканчивается этот знак, я вот эти цветоносы боковые убираю. И тогда все питательные вещества будут поступать именно к этому цветоносу. И цветы получатся очень красивые и пышные такие. Здесь я уже часть оборвала, а вот эта часть немножечко еще оставлена. Я ее завершаю, потому что завтра знак Скорпиона и будет проводиться полив. А после полива будет подкормочка. А сейчас уже в Скорпионе, это как раз стихия воды, знак листа, очень хорошо полить растения. Сначала под куст 10 литров воды, чистой воды, которая нагрелась на солнышке, полила. Водичка хорошенько уже упиталась. Ну а сейчас готовлю такой коктейль. Рецепт этого коктейля как раз очень ценный. Я соединяю вот настой одуванчиков, подорожник у меня здесь, еще какие-то сорняки молоденькие. Добавляю на 10 литров, вот не полный литр, у меня где-то 800, и сейчас еще чуть-чуть, вот будет теперь вот литр вот этого настоя, он у меня неделю настаивался. И сейчас еще один очень важный компонент. И сюда же, в это ведро, добавляю, вот у меня чайная ложечка, я здесь меньше, кофейная полная сверху у меня нету сейчас, маленькой такой ложечки. Получается, кофейная сверху, удобрение, это особое удобрение. Сейчас сюда пусть она растворяется, а я покажу, что это за удобрение. Значит, в этих удобрениях есть комплекс микроэлементов. Здесь же железо, бор, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт. И здесь витамин В1, аскорбиновая кислота, витамин С и никотиновая кислота ПП. Очень важные идут микроэлементы и макроэлементы. Фосфора здесь всего 15,5. Калий 15 единиц, сера очень много, очень хорошо, 50, магний и азота всего 15. Основное количество вот этих всех питательных веществ очень нужны как раз во время цветения растений. Поэтому вот такую маленькую ложечку добавляю, много нельзя. Стараюсь половину нормы ставить, потому что в ближайшие дни нас ожидает полнолуние. А теперь добавляю, чтобы было 10 литров, раствор полностью был. Ну и перемешиваю хорошо. И затем поливаю под этот куст тоже еще 10 литров, чтобы впиталось все. Потому что как раз для цветения мощный куст, ему нужно будет хорошо пышно цвести и закладывать новый урожай цветов на следующий год. На канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» была тема, посвященная весенним прекрасным цветам, пионам. Это у меня пионы сейчас будут готовиться к цветению. Поздние цветения, поздние пионы. Всего вам самого доброго, красивого вам сада, пышного цветения ваших прекрасных пионов и других цветов.